Всем привет! Всем привет! С вами комикс-братья. Да, теперь это наша фамилия. И имя. Да, мы были на передаче «Дело было вечером», и я получил там такой крутой свисток. Да. Теперь я могу выступать на небольших аренах, переходах метро. Да, нас пригласили Артём Мазур и Аня Бугаёва, чтобы мы вместе хорошо провели время, ответили на нелепые вопросы, загадки. И вместе это записать на видео, как бы это ни звучало. Да, да. В общем, спасибо им за то, что нас пригласили, а вы сейчас посмотрите и, надеемся, вместе с нами хорошо и вместе с ними проведете время. Весело. Да. Саша, рад, что ты пришел. Спасибо тебе огромное. Сань, вот там свободный стул, там будет твой соперник. Можешь объяснить, почему ты решил вызвать сегодня именно его на наш баттл «Дело было вечером»? Нужен был человек, который хорошо нагревает стулья, а это, по-моему, лучше человека, который их подогревает, я просто не вижу. Он сильный соперник? Я бы сказал, мы с ним где-то наравне. Предпочитаю играть на своем поле, чтобы выигрывать там, где он не силен. Хорошо. В чем ты силен? Хотя бы вот два аспекта. Песня, головоломка, ходить на руках или делать колесо? Песня, головоломка. Песня, головоломка, ты соединил в одно. Это два. Как наша команда будет с тобой называться? Мы с тобой партнеры, они наши враги. Давай в синем углу. Ринго. Ринго! Ринго, да. Ринго Стар, и там уже узнаем, кто все-таки против нас сегодня будет бороться. Да. Не подумайте, у нас сегодня не один гость, просто это Игорь, брат Саши. Игорь, добрый вечер. Привет. Расскажи мне, кто из вас старший? Саша. И да, на сколько? На 15 минут. На 15 минут? Да. Большая разница в возрасте. Да. Он рассказал, что он силен в песнях-головоломках. Он часто поет дома песни-головоломки? Наверное. Разгадывает. Сам поет, сам загадывает. Сам поет, сам разгадывает, да? Расскажи, каково это, когда у тебя брат-близнец старше тебя на 15 минут? В принципе, нормально. Ничего отличительного, я думаю, нет, потому что мне нечем сравнить. У меня не было братьев ни близнецов или сестер, поэтому... Не знаю, трудно как-то сказать. Расскажи нам о Саше, в чем он силен? А он пишет книги, всякие истории придумывает, стихи, всякое. В общем, пишет. Это его занятие. Сначала было как хобби, а теперь уже более... А ты рисуешь? То есть он пишет, а ты рисуешь иллюстрации к его книгам? Или наоборот, ты рисуешь, а он подписывает твои рисунки, да? Ну, пока не книгам, но да, мы разделили, решили, лучше он будет одним заниматься другим, чтобы не было никаких споров, разногласий. В каком возрасте вы это решили? В 5 лет? В 3? Это было такое негласное. Ну, нет, не в 3, я думаю, так где-то после, 18, вот так. Конкуренция между братьями-близнецами присутствует? Наверное, но у нас ее нет как раз, потому что мы умеем разделять. Одно ему, одно мне, и мы такие не в накладе. Дело в том, что у нас один приз, и сейчас придется за него бороться. Так что на 20 минут вы станете с ним врагами. Понятно. Готов? Да. Так, и нам нужно назвать нашу команду. Как будем называться? Я думаю, пусть будет «Лимонное торнадо». Такое что-то необычное. «Лимонное торнадо»? Да. Тогда дай 10. Мимо. Стой. Ну, положи. Еще раз. Да. Я представляю, что будет, если соединить два ваших лица. Получится либо Саша, либо Игорь Зиненко. Прямо сейчас мы соединили двух разных людей, и ваша задача будет отгадать, кто же попал в этот замес. Нужно будет, чтобы выиграть, назвать обоих. И тот, кто пострадал верхней частью и нижней частью. Итак, апельсиновый или как бы... Лимонный. Лимонный фуэр. Торнадо. Торнадо, простите, мы не помним ваше название. Мы вас несем просто. Посмотрим. И красный Ринго. Вы свое название не помните. Да, это уже официально. Официально. Красный Ринго и лимонный торнадо. Кто попал в замес? И надо свистеть. Да, бегом. Мне кажется, это Тимоти Уикенд. Да потому что ты профессионал. Верно! Один балл у нас. Кто здесь? Джонни Депп и Пэрис Хилтон.
Джонни Депп верный, нет, не Пэрис Хилтон. Это как певица, будто... я даже так не знаю, не как ее зовут русская. Что она поет? Спеть. Ты можешь спеть. Она то, поет она дурацкие песни. Ну, это само собой. Ну, давай, это не в любом случае у тебя не да, да. Половина. Гагарина? Она не поет. Нет. Гагарина не дурацкие песни. С какой она страны? Я без понятия. А, нет, если она не русская, то не знаю. Такие, как... Спой, спой, да. Только нужно еще свистеть. Я тебя только запутал так. Ла? Ла? Ла-л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 а-
Мне показалось, что есть. У тебя какой-то сорт особый. Она поет про глаза. Давай, может быть, песню вспомни. Давай, вспомни эту строчку, спой, и я засчитаю. Про твои глаза? Да, да, давай свести и отвечай. Ой, мы не знаем, как без понятия. Ладно, давай засчитаем кому-то. Засчитаем Игорь. Да пополам. Нет, стоп. Нет, смотри, как они играют, эти братья. Мы не знаем, пополам. Нет, ребята, вы соперники. Стоп, да, победил Саша, он отгадал Джонни Деппа. Да, он не знает Лободу, его беда. Ну вот познакомься, Лобода, твоя беда, Саша. Лобода. Нет, я вот вижу в фотографии, я понимаю, что не зря ее не знаю. Симпатично. Это, походу, Бузова или что? А, я не знаю, как. И вторая, это сердечко, походу. Есть, молодец, у нас один балл. Нечестно. Идем дальше. Ну, потому что и Бузова. Вы победили, поэтому нечестно. Ты знаешь их? Это, похоже, внизу находится Михалков. А, нет. Нет. До свидания, выше. А второй Леонтьев. Леонтьев победил. Панкратов черный. Панкратов черный. А это? А это из Угадоя. Да, да, да. Что, где, когда? Как его зовут? Я без понятия. Что, где, когда или угадай мелодию? Поле чудес. В очках парень, нет. Мужчина с усами. Я предлагаю это засчитать. Ну, давай добьемся. Есть такая птица, похожая на это слово. Тролл. Друзь. Друзь. Да, друзь. Отлично. Два балла. Шурай ноги. Yes! 3-2. Yes, yes, yes. Давай, ты знаешь их. Человек из Тиксидера и... Это, и... по-моему, бородка как у Крида, а это Малахов. Yes! Это Малахов? Это да. Малахов, да. Вот, смотрите. Ты говоришь, из Тиксидера? Думал, это не Малахов. Пожалуйста. Буйнов. Молодой певец. Молодой певец. Так, молодой. Ну, молодец. Ой, это, по-моему, который на гитаре Буйнов всегда играет. Молодящий. А, все, я понял, кто это. Давай. Это один из «Чай вдвоем» и да. Буйнов. Как мы будем сейчас делить им баллы? Засчитаем. Ну, он же я даже... Я двоих назвал. Да, Костюшкин Стас. Я запуталась, кто из них, я вообще его буду разговаривать. А правда похоже, посмотри. Да. Улыбка особенно, наклон головы. Наклон головы вообще. Почти мне кажется, он его тренировал. Знаете, как я мучился их, ребят, пожалуйста, голову наклоните, когда фоткал. Чуть-чуть левее, ну. Ранго. Радж. Красный Ранго. Красный Ранго. Ринго, Ринго. Мне кажется, у вас название меняется с каждым конкурсом. А видишь, мы вот ты красный, а у нас лимонная дудка. Лимонный, а вот лимонная. Аня будет немного лимонная. В любом случае, как бы мы ни назывались, у нас один балл. Да. Молодцы. Вот так. А вот у нас ноль. Итак, мы узнали из общения с Аней, что вы братья-близнецы, но это, в принципе... Это только из общения с Аней. Из общения непонятно было, да? И невооруженным взглядом тоже было видно. Это была моя логическая цель. Темно. Нет, я на ощупь пойму. Ребята, мы с Аней взяли фильмы. Тоже про таких же, как и вы. Художников и писателей ты имеешь в виду, да? Молодых, подающих надежды. Нет, про близнецов. Задача узнать название фильма. Игорь, мы скажем, что мы двойняшки. Не говорите. Это испортит нам конкурс. Мы вас уже записали в близнецы, так да, что ведите себя соответственно. Да, пожалуйста. Будьте похожи. Готовы? Поехали. Двойной дракон или как? Нет, двойной удар. Удар. Двойной удар. Есть! Двойной удар. 1-0. Прям... Есть название? Близнецы, нет?
Да, только там не немножко не близнецы, и куда близнецы. Да, да, у нас правильный ответ. 1-1. Нет, Игорь сказал. Да, быстрее. 1-1. Это королевство кривых зеркал? Да, 2 балла. Ты даже не знал ответа, ты просто начал говорить. В смысле, не знал ответа, я правильно думал, ответил. Я думал вдруг. Саша, сейчас давай. Надо дать фору. Давай, ты знаешь, что это любишь. Это я обожаю. Ну и знаешь. Женские имена, любые, индийские. Вы что, не смотрели индийские фильмы? Гита и Нуриги. Гита и Чай. Чай бери. Гита и... Гита. Гита. Слушай, есть. А нет, вы же вдвоем. Ну да. Ребята, вы как он же как бы думал. Я знаю ее имя, он знает ее имя. Нам нужно их где-то расконнектить. Мы их знаем просто, да? Мы знаем, лично. Они не перезванивают. Давай. Малыш. Ты сейчас его зовешь или что? Нет. Нет. Рождение. Нет, не про рождение. Я помню, у них был фильм про рождение. Мама, близнецы. Братья. Вот близнецы, правильный ответ. Все, фильм близнецы. Ребята, все говорим о близнецах. Был же уже знали близнецы. Там близнец. Это неожиданно. Близнец. Они, конечно, похожи как близнецы между собой, но все-таки отличаются. Идем дальше. Думал название. Последний, почти. А может и да. Няни. Мы молодцы, мы молодцы. Игорь, возьми себя в руки. Ринго. Дальше. Давай, давай. Электроника. Игорь. Нет, Саша был быстрее, по-честному, согласись. Я еще и сказал, спорю. Умей проигрывать. Умей проигрывать. Давай. Электроник. Я же сказал, что полноценное название. Электроники. Айпоры. Нет, правильно, как вот называется? Приключения электроники. Есть. Что ты подсказываешь? Он вырвался, я не знаю. Ты его спрашиваешь, как будто меня спрашиваешь. Это такое эхо. Итак, счет в общей игре стал 1-1. Молодец, мы набираем обороты. В смысле, один-один? Хорошо, что ты за нашу команду. Да, мне нравится, как ты судишь. 1-1, мы согласны. Мы тебя, Артем, пока ты спал, в прошлый раз я выиграл. Ты пока ты был в наркозе, да. Прости, пожалуйста. Стабильность, наш конек. У нас по-прежнему ноль. Ребята, вы молодцы. Так держать! Открою вам один небольшой секрет. Вот эту вот заставку, которую вы видите в программе «Дело было вечером», нарисовали вот эти ребята. Кто из вас? Саша или Игорь? Игорь. Технически не нарисовали, а сделали, я бы сказал. Да. Ну, простите, простите. Я считаю, что все, что нарисовано, это нарисовано. Все, что картинка нарисована. Все, что картинка нарисована, да, я девочка. Обычные вопросы, когда кто это сделал, мы, или когда мы кто провинился, я говорю, это Игорь. Игорь идет, Игорь говорит, это Саша. И мы вот так людей пока не устают. И вы просто меняетесь местами, и люди забывают, кто из вас. Они просто устают бегать туда-сюда. Тогда мы вам сообщим, что этот конкурс сделал я. Аня редактировала, поэтому он будет... И никто его не рисовал. Да, будет без ошибок. Мысль такая. Зато у художников. Мы знаем, что вы рисуете комиксы, это как бы уже и все Приднестровье знает. Мы знаем, что художнику нужны его какие-то важные моменты для рисования. Мы взяли, убрали все гласные из слов. И вам нужно будет понять, что необходимо художнику по согласным. Не сложно. Только согласные. Попробуем. Победим. И на художнику. Давай уже не побеждаешь. Стабильность – это хорошо, но я предлагаю уже начать выигрывать. Не-не-не-не, Анечка, постоянство – признак мастерства. Помните, вам нужен еще один ноль. Пейзаж. Пейзаж, и это верно. Идем и дальше. Держи прям вот тут вот свисток. Давай. На самом деле, когда вот я учился на переводчика, и нас учили стенографировать и говорили, что чтобы быстрее писать, нужно пропускать все гласные. Поэтому... Но зато все эти слова для художника. Поэтому, Игорь, ты должен сейчас выиграть. Давай. А вот тут и я могу победить. Потому что обычно, обычно я говорю за Игоря. Он пишет, он буквы знает. Давай. Следующий. Давай. Живопись. Отлично, 1 балл. Я подумал, нас квас. Учили писать. Я подумал, это квас, знаешь. Я думал, что тут пропущено. Живой квас, знаешь, типа такого. Дальше.
Игорь. Гермор. Натура. Да. Натура, натура, натура. Это хорошо. Больше бухрофт. Нет, это же я писал. Дальше. Холст. Молодцом. Держи прямо вот так эту дудку. Смотри, что он реально тебя послушал, Сань. Вот так. Сейчас он будет вдыхать. Нет, дуй. Поехали. Кисть. Я думал, кисть. Зачем? Он жует ее. Как соску. Ты проголодался? Это штука. Не нужно в нее дудеть. Ясно. Да я даже не догадался, слова, что это кисть. Все слова касаются художников. Поэтому он работает карандашом. Нет. Конечно, художники едят кексы, но их здесь нет. Или рисуют. Дальше. Давай. Картон? Нет, душа. Давай, давай. Я думал, картон. Значит, картон. Нет. Фу, мы да, не участим, да, картина. Хорошо, картина. Картина. Да. Хотя картон уже подходит, наверное. Нет. Так, внимание. Хотя нет. Да, 3 балла. Ладно, давай. Да. Дело было вечером. Нет. Рисовал Игорь. Делал. Простите, делал. По-честному. Победили Сату. Опять мы. Игорь сделал красивый мастер. 0 баллов. Мы вообще-то сейчас как-то властелины колец или на Олимпиаду. У нас три. Придумывайте себе любые оправдания, конечно. И у вас уже почти Ауди, давайте все себе говорите. Мы лидируем. Может, вы нам все-таки подарите в конце Ауди? Так, мы идем дальше, и опять вы увидите, как мы побеждаем. Пока есть по общим конкурсам 3-0, но у вашей команды еще есть возможность все изменить, потому что есть финальный конкурс и еще этот конкурс музыкальный. Кстати, да, мы подобрали специальный музыкальный конкурс, это то, в чем не силен ни Саша, ни Игорь. Не-не-не, я пою в душе, не надо. Вот мы сейчас узнаем, можешь ли мы же узнали про музыкальные головоломки. Да-да. Ой, точно. Теплая вода, пошла холодная вода. Особенно высокие ноты, знаешь, получается. Так, а сейчас мы узнаем, сможете ли вы отгадать, какие песни мы для вас приготовили. Будет звучать только музыка, как у Пельша. Угадай мелодию. Ваша задача отгадать, что за песню мы вам включили. Поехали! Вообще-то я думал, ты просто мобильная мелодия. Оказывается, это песня, причем мэтрос российской эстрады. Это этот. Давай, пожалуйста. Что-то я не знаю об он и много девушек красивых. Виагра. Есть! Меланхолия. Песню назовите. Оля, назовите ну, мне песню. Не требует него многого. Ну, хотя бы назвал уже лекарство. Что? Что? Ты сказал что? Там первая буква другая. Не что, а это кто? Сто. Сто шагов назад. Это песня? Это песня. Вообще не похоже. Игорь, соберись. Думал, это норматив по физкультуре? Нет, это песня. Это, может, это из фильма? Позвони мне, позвони. Давай, дуй, 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 дуй. Я уже просто забыл, надо дуй, надо. 1 балл. Что просто телефон звонит, позвони. Он телефон зазвонил, он говорит, позвони мне, позвони. Ладно, 1-1, идем дальше. Пора. У нас с тобой второй балл. Он дунул, и синхронно сказали двое. Мысль дошла, мы синхронизировали, как-то. Да. У меня просто такая солидарность, поэтому он как бы немного вперед идет. Я, ну, да, я просто позволяю ему свистеть, чтобы я мог говорить. Так, свистим. Электроники в месяце мая-апреля. Что? В месяце апреля. Вот! Крылатые качели. Падал снег и качели. Модная песня поет бывший муж Пугачевой. Сейчас хитяра. Я слышал вчера песню такую плохую. Это «Цвет настроения синий». Есть! Да, да, «Цвет ты сказал бывший, синий. Я подумал Галкин. Я тоже думал Галкин. Он Галкин нынешний. Ну да. Так. Давай, давай! Чечерина? Есть! Мы были быстрее! Я ты думал, другая песня. Жара, жара. Жара, жара. Нет, нет! Нет, обрыва. Это не жара. Нет, жара. Это не тулула, жара. Тулула, есть. Тулула. Итак, Аля, честно. Я вообще думал, другая песня. Счет 3-3. И
финальная песня. Игорь, будь готов. Да! Звери, звезды, подарки, все, что тебя касается. Да, 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 вы выиграли этот конкурс, у нас наконец-то один балл. Мы вас поздравляем искренне, прям вы молодцы. Ну не похоже на искренне как-то. Это с барского плеча. Да, да, так типа. Искренне. Так, общий счет у нас сейчас 3-1. Да, 9, но... она говорит 3-9. Ты же все-таки ведущая в мою пользу должна говорить. Нет, Аня справедливая ведущая, в отличие от меня. Там Артем рассчитал. Мы усыпим его бдительность в следующем конкурсе, потому что там баллы мы будем начислять за каждый правильный ответ в счет всей программы. Так что мы сейчас выиграем. Это говорит о другом. Просто у нас будет тогда, просто мы вас разорвем с огромным разрывом. Правильно? Ранго. Да, красный. Ребята, вы звезды нашего мира комиксов. То есть вы первый, кто в Приднестровье занимается комиксами, так? Ну, может быть. Не, не может быть, а точно. Мы знаем это точно. Мы гуглили, проверяли, да. Мы хотим, чтобы вы сейчас угадали других звезд, ну, мировой величины. Скоро вы тоже станете ими, но пока мы будем отгадывать других звезд. То есть наши имена будут в списке здесь. Просто они будут для следующих участников. Да. У вас есть одна минута. Аня тебе объясняет. Игорь, ты понимаешь, о ком говорит Аня. Каждый правильный ответ — это один балл. Так что вы можете реально выиграть за всю нашу программу. А можете, как всегда, получить свой долгожданный любимый ноль. Игорь, постарайся меня сейчас понимать так, как ты понимаешь Сашу. Просто вот, с полуслова, давай. Вот туда не коннекция. Давай, вот так вот. Ментальная связь. Хорошо. Минута пошла? Да. Русский полководец. У нас стоит его памятник в центре. Суворов. Суворов, да. Ведущая, которая очень-очень быстро говорит, она ведет детскую программу. Быстро-быстро. Да, есть. Императрица, которая помогла основать наш город. Да, да, да. Быстрее называй. Пародист, которая... У нее фамилия еще похожа на название маленькой птички. Воробей. Да. Что ж такое? Вот эта, которая клуб пародистов ведет. Такая уже в возрасте женщина. Она называется «Аншлаг». Кто ведет его? Можно дальше. Я не знаю. Певец, который поет «Кружит, вокруг меня мир кружит». Без понятия. Примерно так он поет. Так, бородатый из сочинской команды КВН. Маленький такой. Галустян? Да. Президент России. Путин. Зимний сон поет. Звезды поднимаются. Айтолсон? Да, да. Ведет «Давай поженимся». Такая в возрасте. Да, есть. Да, стоп. Есть. Восемь. Восемь звезд. Как ты Гузеева вспомнила? Она часто к Урганту приходила. Я Алсу угадал, и Гузееву. Потому что мы вам давали фору все это время. Это жестко. Восемь. У вас до этого было сколько? Один. Итого 9. 9 баллов. 9 баллов мы получили за всю игру. Нравится, как ты продал 9. Не, я просто я предугадал наше с тобой количество ответов. 9 это вот так. Да, это вверх ногами. Ладно, теперь наша минута. У вас 3 балла, у нас 9. Попробуйте нас победить. Готов? Поехали. Минута пошла. Он поет «Все для тебя, рассветы и туманы», «Грудь волосатая с большим крестом». Стас Михайлов. Отлично. Украинская актриса снимается в Голливуде. Куриленко. Не, ну пожалуйста, ты что? Пас. Упала в машину в «Пятый элемент» она. Мила Йович. Да, молодец. Да. Храброе сердце, отважное сердце. Мел о чем Гибсон. Думает мужчина? Да, молодец, женщина. Три. Молдавская певица. Мирон Холи. Не знаю. Дульче Мелодиги. Зарубежная актриса, певица, вечно на фитнесе, такая всем серьезная. Одно слово, двойное. Мадонна. Да, молодец. Хорошо с тобой работать. Да, как не туда мотаю. Да что такое? Модельер самый известный, два уха, такое животное, похоже на его фамилию. Давай. Зверев? Другой, хорошо. Юдашкин. Хорошо, нет, не то, другая уже. Ау-ау-ау-ау-ау. Кто так делает? Собака. Ну, а есть такая еще светская львица. Ведет «Дом-2». Четыре правильных ответа. Ты хоть поняла, о ком я говорю? Да, я знаю. Собчак, даже он знал. Я не знаю ее фамилию. Он же гавкал. Что? Как вы, собака. Ребята, просто молодцы. Вы дали 4 правильных ответа. В сумме у вас 7, а у нас? 9. 9. Все понятно, была просто фора. Это была просто фора. Отдыхать. Артем, ты понимаешь, что тут зависело от объясняющегося?
Я прекрасно понимаю, что зависело от мы просто, мы даже Мадонну отгадали. Да, да. И поступили как боксеры, мы вымотали вас, а потом добили. Забили вас в ваш красный ринг. Да. И лимонным торнадо вынесли победу. Это у нас так удар так. Это тебе итоги. Подпасовали, ну, как бы, я бы сказал, что это можно было и лучше. Согласен, я тоже так о тебе думал. Да. Можно и лучше. Ты тоже, да? Да. Что скажет победитель? Это было слишком просто, я думаю. Там нам подбрасывали ответы, кое-кто там из операторов. Кто тебе подбрасывал ответы? Ты что, мы вообще вырвали эту победу? И прямо сейчас что приз переходит. Что ты должна говорить за тебя, да? Приз переходит. Аня почувствовала, как ужин уходит все дальше. Голодает. Вам, ребята, огромное спасибо. В нашей студии были ребята, которые создают комиксы в нашей стране. Это два прекрасных брата, Александр Зиненко и Игорь Зиненко, победитель сегодняшней программы. Ну, а вели эту программу Анна Бугаева. Не-не-не, а можно Мазур? Мы? Да. О, вели эту программу. Давайте. Вот да, камеры. Ну, давайте, давайте. А мне кто говорит? А вы всегда синхронно говорите. Да, да. Поехали. А вели эту программу Артем Мазур и Анна Бугаева. Всем всего хорошего. Мы даже заставляем говорить наших гостей. Бесплатно. Спасибо, что смотрели. Да, спасибо. Если есть вопросы, может, вы кого-то угадали лучше нас. Может, кто-то из людей на фотографии ваши родственники. Да. Передайте привет им. Если есть какие-то вопросы или комментарии, оставляйте их под видео. Мы обязательно ответим. Жмите лайки, перепосты. И не пропустите следующий выпуск Комикс Братьев.